Сразу на рейд. Нам два ЛТ, блядь. Да все сейчас нормально будет. Не бойтесь, я киберш. Понятно. А забей, это, походу, подставной бой. Так, а чё, какой-то на ЛТ? Посмотрим. Посмотрим, какой у тебя киберспорт. Где у нас что-то малышечка? Это у нас гриль дополняет картину. 3268 жестко, кстати. Нахуй, даже не ездит. Два самолетика кидайте, блядь. Отлично. Ноги пашки, первый, ноги пашки, да. Отстрел, отстрел. Ну, где же он? Парни, вся тяжелая техника. Поехали. Так легко, как кажется, это сделать. Выбора нет у нас. База бесполезная хуйня, но мне надо базу кто был. Слушайте, бой не, стан... не стандарт. Давайте еще двое на базу вставайте, пока они не чекнут. Ух, с уроном. Я уже чеканул. Что не дам урон. Ну, блять, на базу встаньте, долбоёбы, блять. Ну непонятно. Начинается. Вот этот 268, это я чуть подальше, тебя разменять тяжело будет. Тебе вот сюда вот надо отъехать, тут тебя хорошо разменять можно. Вот тут подсветите, я успел. Кайте на 268, тебя запушат там толпой. Тышки, вы реально без толпы. Все, 105 иглов, Кайте на КС-ку. Какой голос смешной. Он его еще и пародирует. Жестко закинул. Хотя перк не продлило. Хотя дал под перком. Фу, под перком дал. 10 секунд было. На, ровно косарь. Как вы нам они? Что там ЛТ проблем? Разменяй что? Раунд бессмертный. Робби смертный поехал. Я косарями вливаю урон, мы сливаем. Как это, блять, работает? Рано бы забрать. Успею, боюсь. У меня мусоран, конечно, что слил. У меня подожгли. Так-то я кибер. Блять, когда он перестанет говорить, а? Это куда на ТВП уехал? Это выиграть можно. Я отходил. Блять, это фатальная тыка была. Останься с этой стороны, а я сейчас вот так зайду. Только аккуратно, не торопись. Процесс, не забывайте.
на эту CS. Они с твоей стороны фул. Фул с твоей стороны. С моей вообще никого. Разбил в край как-то. Да сука, прикинь, пожаротушение, блядь. Охереть можно, блядь. У него пожаротушение. Блядь, это пиздец. 12 тысяч урона. Что, блядь, у меня команда делала? Я только сейчас увидел рекорд натиска. Теска, привет. Мучает такой вопрос. Если стоишь за трупом танка, который тебя полностью скрывает. Нет. К примеру, на Эльпе за бортом убитого Мауса. Ты через труп светишь или как будто за домом стоишь и за свет только рентгеном? Ведь красиво, красиво. И светишься ты. Вернее, лучи просвечивают труп, и для системы засвета труп это воздух просто. Пиздец красиво. 12 тысяч, нормально.